Привет, с вами Илья, вы на канале Зверье. А в этом пакете находится новая зарядка от компании Samsung, в которой встроено 6 катушек и здесь типа устройство 3 в одном. Можно заряжать два телефона плюс часы, можно заряжать телефон, наушники, часы, короче, все это варьировать. Давайте с вами откроем, посмотрим, потому что я еще даже эту коробку не открывал. Тогда Название это модель EP p 6300 Называется вот так вот Wireless Charger Trio. Короче, совместимо со всем, что вообще можно. Здесь располагается 6 катушек, куда мы можем класть все, что нам заблагорассудится. Можно даже, не знаю, мышку там подсередить. У меня даже вот есть вот. беспроводная мышка, которая тоже заряжается по беспроводной технологии. Сегодня попробуем все. У меня тут есть куча разной техники и есть Samsung, есть и iPhone, потому что она для iPhone тоже, конечно, предназначена. Ну, у iPhone нет, кстати, быстрой зарядки, да. Galaxy Watch у меня, к сожалению, сейчас в нету, поэтому попробую на всякий случай Apple Watch, но что-то я не думаю, что они будут здесь работать. У меня есть Galaxy Buds Plus, есть Airpods Pro. Короче, сейчас мы это все будем сюда ставить. Смотрите, как это будет все работать. В комплекте мы получаем зарядку 25 ватт, быструю. И этого достаточно, чтобы запитать все это. Тем, на самом деле, топовая, потому что вообще вот само по себе такое решение, когда у тебя на столе стоит универсальная штука, при помощи которой можно зарядить все, что угодно. Потому что сейчас ну, в последних телефонах, конечно, во всех Конечно, не самых бюджетных Есть беспроводная зарядка, это удобно Во всех наушниках, часах и так далее Тоже все это дело появляется И это спасает Кто-то типа не держал, сразу там у тебя три провода И все дела Ну, давайте откроем, посмотрим, как все дело работает О, она таки большое, ничего себе Так, вот мы выкидываем ага. Такого серого цвета Цвет, я бы сказал, Galaxy значит, здесь у нас USB Type-C сзади входит. Хоп. Чувствуется прям увесистая вещь. Здесь у нас как раз раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я так понял, это центры каждой из катушек обозначены. Ну, наверное. Здесь у нас три индикатора. Я так понял, по работе всех вот трех устройств, что здесь можно подключить. Изначально, конечно, Samsung это предлагается как универсальное устройство. Но не стоит забывать, что все-таки, если ты, знаешь, такой в экосистеме Galaxy, то можно как раз здесь прям показано заряжать телефон Galaxy Buds Live и Galaxy Watch. Написано совместимо также с устройствами Galaxy Watch Watch 3, Watch Active 2 и Watch Active. Ну, а также беспроводные наушники Galaxy Buds. Максимальная мощность зарядки зависит от сценария использования и условий зарядки и прочих факторов. Но это понятное дело. Вот, единственное, что напомню, что на Samsung быс быстрая зарядка беспроводная будет работать. На iPhone нет. Но ну, а здесь все по стандарту, значит, быстрое Type-C, Type-C устройство. Ну давай, подцепим. Подключаемся. Так. Протестировался здесь прямо как светофор. Зеленое, желтая, красная. Давайте попробуем сюда положить, к примеру, S20 Plus. Быстрая беспроводная зарядка 49% и 50% заряда мне тут обещается за полтора часа. В принципе, для беспроводной зарядки неплохо, потому что здесь быстрая беспроводная зарядка поддерживается. Так, но больше устройства здесь в любом случае не воткнуто, потому что здесь просто места не хватит, чтобы вот на эту площадь. Поэтому ничего проверить больше не могу. Так, кладем Galaxy Buds. Ну, здесь индикатор появился, здесь он горит зеленым я так понимаю, что это тоже идет зарядка. То, что здесь горит красным, но зарядка идет быстро, тоже 50%. И дальше, но, ну, к сожалению, Galaxy Watch у меня нету. Что нам скажут Apple Watch? Ну, понятное дело, что Apple Watch тут заряжаться не будут, потому что они тут и не заявлены в поддержке. Так что выбрасываем. Ну, к сожалению, Galaxy Watch не могу сюда положить, потому что я их только пару дней назад отдал. Вот. Но телефоны здесь заряжаться не будут. Это S20 FE. Вот здесь, как, как ни крути, на этой стороне заряжаться не будет. Попробуем, к примеру, давай второй телефон положить. Сейчас пропадет. Так, кладем второй телефон. Ну, куда он просто врез? Так, быстрая беспроводная зарядка. Так, 2 часа до полной зарядки. Здесь у нас 25%. Притом, сейчас у нас быстрая зарядка идет и здесь, и здесь. Ну и допустим, что здесь реально лежат Galaxy Watch. Поддерживается здесь работа в чехлах до, по 3 мм. Вот, то есть можно любой телефон класть сюда. Ну, также давайте попробуем положить сюда iPhone. Но ну, сейчас у меня iPhone вообще в нуле разряжен, поэтому он сразу и не включится. Пусть, короче, заряжается. Плюс ко всему можно заряжать другие беспроводные устройства. Ну, кстати, вот iPhone поехал заряжаться. Так, ну iPhone заряжается, ладно. Может, знаете, вот не будет, потому что он сам быстро не зарядится. А, быструю зарядку не поддерживает. Так, и, 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 вот. Мышка заряжается, соответственно. Просто она настолько большая, что для нее очень сложно место найти. То что и даже на оригинальном чехле корсаровском очень сложно определить место. Я поэтому им и не пользуюсь. Я ее через микро USB заряжаю. Но факт в том, что данная штука, если ее одну поставить, то она будет заряжаться. Вот. Ну, попробуем вариант сразу два телефона одновременно положить, как они. Так раз, но ну, здесь надо немножко прям совсем сдвинуть. Так, но ну, я думаю, что принцип работы понятен. Такая вот прикольная штуковина и именно для Galaxy Watch. Хочу сказать спасибо, что досмотрели видео, подписывайтесь на канал, ссылка на данную док станцию будет в описании. С вами был Риан, пока-пока.